Ребята, это же... Это щука или карась, блин? Это карась. Он вытворяет такое. Да куда он сойдет? Держи, сынок. Ой, ёжки-палки. Вот это плохо, эта сетка одним, что это крючки путаются, да? Вот Димон поймал карасика. Вот так. Красивые тут караси у нас. Желтые. Ух ты, блин. А у меня клюет. А я тут вожусь с Димиными. Причиндалами, да? Красиво тут же следом. Красноперочка. Походу подвалила, да? Подсак у нас не готов. А я думаю, что ты хватать собирался в прошлый раз. Ну хорошо, крючки просто супер. Вот как карася пошел. У Димы. Тупил Антонович взял и мимо садка кинул карася. Ничего, пусть плавает. Повезло ему. Садок хороший. Плавают кабанчики. И такое бывает на рыбалке, ребята. Сказал, утреннего клюва не было. И карасик появился. На червяка, да? Червяк с опарышем, да, на взял на бутерброд. Сейчас добавим еще свеженьких и будет. И будет нормально. Вот такой карасик. Ну, среднячок хороший. Попался. Я еще крупнее, у меня сегодня удрал. Не удрал, а я сам лоханулся и кинул мимо садка. Вот такое, ребята, бывает у нас на рыбалке. Я понял как. Я так придавил, она опустилась и она мимо ушла. Ну, ничего.
и на старуху бывает проруха. Так. Так что, Дима, хочешь, попробуй на бутерброд. Может, будет клевать лучше. Остатки червяка пока есть. Сейчас добавлю пару опарышей. Будет шевелиться что-то. На эту положила, но видно сразу плавненько. Выложил, так и на такой волне увидишь, карась когда клюет. Когда красноперка тягает, то вообще не поймешь, что там. Камышовка поет, тут понимаешь, над духом. Все шумит, все поет, ку-ку. И волги поют, камышовки поют. Ничего себе, не хотел идти. Крючок мертво сидит. Ты худой уже, видишь, икру, наверное, выкидал. Есть такой. Теперь я уже аккуратно кидаю. Старого научила, как аккуратно надо, а то уже замастерился. Хотел одной ручкой кинуть, наверное. Видите, ребята, и такое бывает на рыбалке. И на старуху бывает проруха. Но это ничего, это хорошо. Это приключение. С вами был Антонович. Здоровья и удачи вам в жизни. И на рыбалке. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы ждем вас на нашем канале.